Стоит. Ну ладно, мы же специально сделали аппарат пресс. Да, сейчас покажу. Она родилась давно, я думаю, больше 20 лет назад, как только приехал сюда и видел эту разруху, видел, в каком он состоянии, и мечта была всегда, но всегда что-то мешало немножко. Хотя там, 15 лет назад, ну, была такая потука, что мы даже организовали здесь приход у этого храма и, ну, попытались что-то начать. Но тогда как бы не нашли никакой поддержки, ну или времена были немножко не те. А на сегодняшний момент, вот 3 года назад, с друзьями собрались однажды в субботний день, приехали с лопатами, начали выкапывать землю, выкидывать через окна ее. Ну и вот так потихоньку все вот за 3 года сложилось то, что сложилось сейчас. Бог даст, скоро закончим строительные работы. Во всем величии людям, Господу помолимся.
яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Благоукрасителей, жертвователей, труждающихся, святаго храма сего, да поминет Господь Бог во Царствии Своем, всегда ныне и присно и во веки веков. Отцы всех православных христиан, да поминет Господь Бог во Царствии Своем, всегда ныне и присно и во веки веков. Вам, что сегодня мы совершаем память не только архистратига Михаила, но и прочих небесных сил бесплотных, а это значит сегодня день ангела у каждого крещенного человека. В день, когда над нами совершает таинство крещения, Господь дает каждому человеку ангела-хранителя, который должен его сопровождать всю его жизнь. И вот сегодня, в день прочих небесных сил бесплотных, мы совершаем День Ангела каждого из нас с вами. Поздравляю вас с Днем вашего Ангела. Мы почитаем все своего Ангела-Хранителя. Даже когда мы готовимся ко Святому Причащению, мы читаем канон Господу, Богородице и еще Ангелу-Хранителю, потому что Он является нашим заступником. Ему дана от Бога задача охранять нас, защищать нас, не оставлять нас. Но так как мы имеем от Бога свободу, каждый этой свободой распоряжается по-своему. И когда мы этой свободой распоряжаемся в пользу греха, то ангел-хранитель, конечно же, не может защищать такого человека. Он отступает от него. Но так как он дан защиту нам, то Он не оставляет молитвенной поддержкой нас. И Он молится Богу, чтобы Господь вразумил нас в тот момент, когда мы служим греху. И Господь пытается вразумить нас, а как Бог вразумляет человека? Событиями, происходящими в жизни каждого из нас. Ведь как знаем, когда мы приходим к Богу, когда мы вспоминаем о Боге? Тогда, когда что-то скорбное случится в нашей жизни. Ведь никто придумал, как мы, люди, такое выражение, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Даже когда Господь дает нам все блага для нашей жизни, мы не вспоминаем про Бога, мы считаем, что так и должно быть. И мы можем в этот момент не молиться, ни в храм не ходить, ни исповедоваться, ни причащаться святых Христовых тайн. А зачем? Ведь и так все у нас хорошо. Но это нехорошо, когда мы служим греху.
И поэтому Господь и пытается нас вразумить то болезнями родных, то какими-то еще скорбными случаями. И мы вспоминаем о Боге. И бежим куда? Бежим в храм. Может быть, не сразу, может быть, последней инстанцией, но все-таки это является храм. И мы обращаемся к Богу, мы припадаем к покаянию, получаем отпущение грехов. Это и есть примирение наше с Богом. И когда мы с Богом примирились, к нам снова приступает ангел-хранитель и снова защищает нас с вами. Снова мы впадаем в грех, снова отступает от нас ангел-хранитель. И так всю нашу жизнь. Поэтому, как только мы согрешили, то мы должны тут же исповедоваться. Потому что все мы люди, не с человека, и же будет жить, и не согрешит. Нет ни одного. Но одно дело, когда человек грешит и осознает это, и бежит к покаянию, а другое дело, когда живет себе спокойно и думает, что он во всем прав. Вот в этом-то и различаются люди святые от людей грешных. Грешный сразу бежит каяться, святой человек, вернее, сразу бежит каяться, а грешный нет, считает, что он прав во всем. Вот в этом наше и различие. Поэтому мы должны быть верующими людьми всегда, не только на словах, но и на делах. Упали, споткнулись, что делать? Бежите на исповедь, исповедуйтесь, получайте отпущение грехов, причащайтесь святых таинств тела и крови Господа, и дальше живите Божьей помощью. Снова упали, споткнулись, снова вставайте. Вот представьте, сейчас вы будете выходить из храма, и кто-то из вас споткнется и упадет. А следующий человек будет идти и говорит, ты что же упал, лежишь, вставай. Он скажет, да ладно, вот сейчас наступит пост, я тогда буду вставать, сейчас полежу пока, месячишку другой. Ведь так мы поступаем в духовном плане, когда согрешим. Почему не идешь на исповедь? Ведь вот богослужение регулярно в каждом храме совершается. Беги, исповедуйся. Да нет, вот ладно, наступит пост, тогда пойду, тогда исповедуюсь. Чего торопиться-то? А вдруг нас застанет смерть? Видите, мы не можем от этого зарекаться. Поэтому, конечно, должны помнить заступничество и предстательство ангела-хранителя. Не только говорить «я верующий человек», не нужны никому слова, потому что, согласно Священному Писанию, Бог весть сердца человеческие. То есть, что это означает? Бог знает сердце человеческое. Мы можем говорить «я верующий человек», но Господь знает, что здесь у нас заложено, что мы на делах такими не являемся. То, пожалуйста, иди в храм. Что тебе мешает? Ничего. Но ты почему-то не идешь. Не идешь неделю, не идешь две, не идешь месяц, не идешь год. Доброе дело сделать ты не делаешь, ты отсиживаешься, моя хата с краю. Тоже ведь неправильно. И в чем же заключается наша вера? Христа не исповедуем, стесняемся нашей веры. Даже сегодня, когда нет никаких гонений, никаких сопротивлений со стороны дьявола. Все можно, все, пожалуйста, делайте. Никакого подвига не надо. Смогли бы мы сегодня пойти в храм тогда, когда религия бы гналась? Нет. Мы слабые в этом плане. Мы не смогли бы перетерпеть все то, что претерпели наши предки, начиная со столетней давности и далее. Поэтому мы должны, пока мы живы, делать больше добрых дел. По своей возможности. Каждый что может. И я благодарен тем, кто откликается на призывы о восстановлении этого храма. Каждый как может. Кто-то материально, кто-то физически не оставляет храм. Даже бабушки, дедушки приходят. Хоть один кирпичик нам помогут вынести или какой-нибудь мусор из этого храма. Кто чем может. Каждый человек должен заботиться о своем приходе. Если, к сожалению, наши предки закрывали храм, и даже не предки, в свое время выносили отсюда все, что плохо лежит, а лежало-то все хорошо. И доски, и решетки, и все. Разве это доброе дело? Нет, конечно. Бог праведный судья, и Господь знает, как известно из Священного Писания, всего милует, всего наказывает. Поэтому, конечно, мы должны не грехов себе набирать, а стараться делать больше добрых дел. И что еще должны мы делать? Любить ближнего, как самого себя. Помните, в Евангелии есть такие слова, что мы не должны обижать малых сих, потому что и ангелы их видят в лице Отца Небесного. В Евангелии от Матфея, 18 главе, 10 стих есть такой. Можете прочитать. Мы не должны обижать малых сих. А что подразумевается под малыми сими? Это обычный человек любой.
кого многие даже не воспринимают за человека. Это нищие, убогие, люди бедные, которых мы иногда думаем, что вот и кто там он есть. Вот Господь о них говорит: не обижайте малых сих, потому что и их ангелы видят лице Отца Небесного. Вот какие важные слова. У каждого человека есть ангел, и он видит лице Отца Небесного. Поэтому дорожите своими ангелами-хранителями. Помните о них не только сегодня, но и всегда в утренних, вечерних молитвах. В течение дня обращайтесь к ним, помните о них, старайтесь не обижать их, потому что они наши заступники, они ближайшие к нам посредники, заступники и помощники, и молитвенники о нас пред Богом. Поэтому молитесь им, не обижайте ни своих, ни чужих ангелов, и старайтесь делать больше добрых дел. И Господь будет всегда нам помогать в нашей жизни, если мы будем хотя бы иметь желание сделать что-то доброе. Благодарю всех вас за то, что вы в сегодняшний день оставили все свои дела. Особенно благодарю тех, кто приехал из Урюпинска, паломников. Вас можно и такими уже назвать, потому что вы все-таки ехали. Особенно благодарю тех, кто причастился святых христовых тайн, тех, кто подготовил сегодняшнее богослужение, постарался, чтобы все здесь делать. Будьте Богом хранимы, молитесь своим ангелам-хранителям и помогайте даже в восстановлении своих приходов, любите свои храмы и восстанавливайте, пользуйтесь любой надеждой восстановить, помочь, благоукрасить тот или иной приход. Храни вас всех Господь и Пречистая Его Матерь. В 1960 году, и после этого года в храме не совершались богослужения до 2015 года. В 2015 году, 21 ноября, в день престольного праздника, в день памяти архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных, мы совершили в этом храме первую божественную литургию. До этого нерегулярно, но мы совершали литургию в комнате здание, которое сейчас принадлежит Пекинской школе-интернат, раньше это здание принадлежало церкви. И вот после литургии первой, совершенной в этом храме, мы теперь на протяжении всего года совершаем регулярно божественную литургию ежемесячно. Приятно видеть, как с каждым богослужением все больше и больше приходит местных жителей, которые обращаются к Богу, исповедуются и причащаются святых христовых тайн.